То есть была выездная комиссия у вас по поводу все-таки участка, где я принимала 10-й микрорайон. То есть жители все против. То есть вы идете вопреки всем жителям, все-таки ставите там мусорку. Частный мы сектор, зала. Не вопреки жителям, то есть мы, наверное, все-таки больше здравый смысл. Здравый что? Смысл, что там зала? Подождите, давайте я все-таки... Хорошо, я слушаю. Потому что жильцы сейчас будут задавать вопросы, и надо будет им ответить. Могу сказать, там стоял мусорный контейнер, я не знаю, на протяжении кого. И ни один житель, наверное, не жаловался. И золото туда кидали, наверное, и все. Эти дома стояли там с покон, то есть очень долгое время. Вопросов нет. То есть он контейнер был. Он эксплуатировался на протяжении 10-20 лет. Никто вопросов не задавал. Сейчас все задают вопросы. Объяснить, куда нам девать мусор. Скажите, пожалуйста, дом многоквартирный, пятиэтажный, наверное, подъездов 8. Не знаю, сколько и квартирный, но под сотню квартир, а то и больше. Рядом стоит второй дом, третий дом 10-го микрорайона. Люди тоже куда-то должны мусор выносить. И ряд улицы Крупской. Через дорогу тоже есть частный сектор. Куда людям выносить? Объясните мне, в той стороне просто площади больше нету. Куда поставить контейнер? Там мало, там стесненность, частный сектор. Куда поставить? Еще давайте выйдем, посмотрим. Не, ну просто жутко. Предлагаю поставить между вторым и третьим домом. Перед центром занятости. Это выход или нет? Нет, ну не выход. Но ну ставить вот в частном секторе столько, извините, мусор. Он стоял там. Он стоял. Я не знаю, когда 20. Он стоял и как он там стоял. Стояло ли столько ли много? Я и задавали ли частный сектор этот вопрос? Я не знаю. Высокий бункер, который поступил. И люди также, те же люди, наверное, жили. Но нам не было. Ну, бункер, ну сейчас-то ставят совсем другое.